Schuss ziviler Infrastruktur geschieht in Kharkiv so gut wie jeden Tag. И неоднократно погибали при обстрелах здесь. Это выстрелили? Mit dem heutigen Release darf ich ein neues Konzept vorstellen, welches sich Wartime Chronicles nennen wird. Fokus dieses Projekts ist der Mensch. Ziel ist es, zu zeigen, wie sich das soziale Leben und das Umfeld der Menschen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine für die Leute geändert hat und welche Möglichkeiten und Perspektiven diese für die Zukunft sehen. In dieser Episode teile ich meine letzten Eindrücke über den Barabaschowa Rynak in Kharkiv. Der Barabaschowa Rynak ist einer der größten Märkte in Europa und zählt zu den Top 15 größten Märkten weltweit. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Kharkiv von mir und unserem Freund Andriy, Valera. Вот смотри, вот это вот били вот сюда, здесь медкомплекс. И расстреливали именно медкомплекс. Это все здание, это медицинский центр. И посмотри, что произошло вот здесь. Магазин. Это все обстреливалось. А это так россияне говорят и думают, что они нас освобождают. Да, вас освобождают, с НАТО они воюют, с Западом воюют, да, не с Украиной. Вот, посмотри, же, крайний дом и 15 этаж сейчас видишь. Там просто дырка. Это общежитие семейного типа. Вот, прилет, видишь? Обычное жилое здание. До сих пор многие не верят, что по Харькову стреляют россияне. Россияне не верят. Сами себя обстреливают. Полгода. Они считают, что им и Донбасс били. Конечно. Домбили Донбасс. Но они будут утверждать, что были. И если бы побили еще до этого момента. Я не буду говорить, что здесь русских притесняют. А Донбасс, сам Донбасс, был красивейший город. Это был, назывался город «Миллион роз». Там реально посредине вот разделение, две разделительные, ну, разделительная полоса, засаженная розами. Вместо асфальта плитка тротуарная лежала. Я приезжал в Донецк, я обалдел. Мы приезжали на этот самый Барселона, когда играла с Донецком. Мы приезжали, когда Шальке 0-4 играла с Донецком. Его сожгли, сюда стреляли очень крепко. Здесь огромные пожары были. И ты сейчас увидишь. Аллея флагов. Это аллея, флаги стоят всех, кто торгует на Барабашово. Вот смотри, что. Вот. Здесь кусочками, но уже начали. Ну там внутри выгоревшая, да. Мы сейчас. А мы сможем мы зайти? Сейчас все зайдем. Ты, да, даже с краю увидишь. Мы заедем потом вовнутрь и пройдемся по базару. Да. Поэтому. Спасти. От грядку, может быть, у тебя будет лучше. А можно будет здесь прикар парковаться, да? Ну, потому что выйдем в этот самый поснимем. Вот, давай я сейчас там выйдем. Ну так, чтобы меня не нарушать. Не-не-не. Das ist für mich der Inbegriff von Terrorismus. Das ist der sogenannte Barabaschowa Marktplatz in Kharkiv. Von der Fläche her in etwa 77 Hektar groß. Und ich denke, es ist offensichtlich, dass hier keine militärische Infrastruktur ist. Schuss ziviler Infrastruktur geschieht in Kharkiv so gut wie jeden Tag. Und ich denke, es dürfte und es sollte jedem klar sein, welche Ziele die Russische Föderation damit verfolgt. Und ich hoffe, wenn es vielleicht in den Nachrichten nicht so rüberkommt, dass wenigstens jetzt so in diesem Format die Message dort ankommt, wo es notwendig ist. И неоднократно погибали при обстрелах здесь, не говоря уже про весь город. У людей погорела одежда.
двери мы не подходим. Это выстрелит? Да. Вы же понимаете, что историю того самого места героя в том числе и выпишет. Конечно. Конечно. Мы причастны к этому. Да. Вы никуда не уходили. Вы укладывали все усилия. Просто, ну, это... Кто что могли. Меня просто не взяли. Ну, я пошел в переоборону, меня не взяли. У меня, видишь, пальцы побиты. Да. Нету. А очередь стояла. Ты не поверишь, на всех оружия не хватало. Да, да, очереди было, да? По 5000 человек стояло. Возьмите. Стояло, возьмите. Да.